Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю, никогда ничего не рекламирую, никого ни к чему не принуждаю. И сейчас мы поговорим о проекте Дорадус, в который ни в коем случае не стоит инвестировать. Проект прекратил выплаты, проект не платит. И очень важную информацию я сейчас хочу вам сказать. Пожалуйста, послушайте этот ролик внимательно, поставьте лайк, если информация вам полезная. Значит, что произошло? С проекта деньги вы уже, к сожалению, не вернете. Вот. Потому что проект уже прекратил выплаты, и сейчас очень много развелось мошенников, которые представляются техподдержкой, просят вас отправить деньги, там, дать какие-то данные, там еще что-то. Неважно, что бы они вам ни предлагали, запомните, поддержка никогда вам в личку не напишет. Кто бы это ни был, проект уже не будет выплачивать, и деньги отсюда достать невозможно. Вот, это очень полезная, считаю, информация, потому что все-таки есть люди, которые ведутся. Я специально для этого записал ролик. Сейчас какой мой совет? Просто это, конечно, тяжело, я понимаю, то, что произошли потери. Я сам тоже думал, то, что проект будет работать хотя бы февраль-март, но... К сожалению, все хорошее когда-то заканчивается. Скам произошел непредсказуемый. Это просто, ну, сайт красивый, свой токен собирались делать, дорожная карта. Все-таки так все отлично шло, но почему он вот скаманул? Вот, и давайте даже посмотрим по статистике. Вот, даже если смотреть статистики, честно, я не знаю, конечно, насчет всей статистики. Возможно, что-то дорисовывали. Насчет вот этих структур я не знаю, может где-то тут что-то и рисовали, но все-таки развитие шло хорошее. Видим даже много лидеров, вот честно, вот этого блогера я знаю, это хороший блогер. Вот у него есть свой YouTube канал, Projected Login. Дальше видим Infinity, тоже очень хороший лидер. Видим, росла структура, как бы развитие шло и шло все хорошо. Возможно, конечно, я не могу сейчас винить админа, то, что там админ такой плохой. В проекте заработать как бы можно было. Со старта кто заходил, я в проекте с самого старта, поэтому подпишитесь на мой новостной телеграм-канал, те, кто не подписался, потому что если вы хотите узнавать о проектах первыми. Я в этом проекте зашел с самого старта, но еще до Нового года, еще в 2022 году я в проекте. И те партнеры, которые заходили со старта, они заработали хорошие денежки. Ну, это с мелких сумм, скажем так. Были люди, которые там вложили $50, заработали там уже почти $1000. Благодаря баунти-программам давали бонусные планетки разные. Ну, много было фишек всяких, не буду все говорить. И, к сожалению, конечно, были люди, которые потеряли свои средства. Такие люди тоже были. Я не могу об этом умалчивать. И я всегда говорил в каждом ролике, то, что не стоит никогда забывать о рисках, не стоит никогда инвестировать все средства в один проект. Вы должны понимать, то, что это высокий риск, это высокорисковые темы. Вот. И бывает, происходят непредсказуемые, конечно, вещи. Вот как сейчас. Все-таки я надеялся, то, что я там заработаю, я надеялся, что я закрою бонус за оборот, там $25 000. Конечно, произошла печальная история. Вот что я советую делать. Сейчас просто забыть за этот проект как страшный сон, не слушать поддержку. И нужно понимать, я всегда говорил, что можно как заработать, так и потерять. Я всегда об этом повторяю и буду повторять, потому что не нужно там брать кредиты. Если вы помните, смотрели каждый ролик, я всегда об этом рассказывал. Не нужно последние средства закидывать в один проект. Нужно стараться распределять риски и только свободные средства. Ну и всегда, конечно же, думать своей головой. Тут тоже главное вовремя выйти с проекта, но выходить с проекта никто не собирался, потому что... Как бы все-таки мои надежды были, то, что это будет хотя бы февраль-март. Но так произошло, ничего с этим не поделаешь, к сожалению. Вот, вот такие были у нас дела. Вам побольше профита, будем искать что-то интересное, буду где-то тоже зарабатывать. Хочется все-таки заработать, а не как бы быть вот в таком, то, что много людей там, и даже из моих партнеров, кто на Telegram подписан, писали, вот, некоторые поздно зашли, кто-то, конечно же, заигрался. Вот, и потери как бы всегда в таких проектах будут, потому что это хайпы. Деятельности тут никакой не было, и то, что написано на сайте, то, что там написано, там занимаются там, значит, какой-то космической промышленностью, какие-то трейдеры иногда пишут, это все сказки, так сказать, и поэтому в это лучше никогда не верить, а подходить всегда к этому
И как бы не спешить, все анализировать и подходить к этому спокойно. В общем, вам побольше профита. До новых встреч, друзья. И никогда не забывайте о рисках. Ну и до новых встреч.